Кого я вижу, не будь я король Зиги. Обдумал мое предложение? Да, я готов. Я объясню тебе все по дороге. Теперь говори. Знаешь, чем знаменит Флотзам? Ничем. Ну как так можно? В долине Понтера есть только два города, которые достойны внимания. Это Бондарь, в котором лучшие шлюхи севера. И Флотзам, где проводят лучшие кулачные бои. Кто проводит? Официально никто. Но стоит приглядеться, и ты глазам не поверишь. Это мир страстей, мир силы. Стой! Ты не узнаешь короля Зиги? Тебя узнаю. А кто с тобой? Серьезный мужик. Король Зиги других не держит. В последний раз твоего парня вынесли поломанным через четверть часа. Сейчас все будет иначе. Вот увидишь, сам комендант поставит на него целое состояние. Ладно, но ежели хочешь его провести, пускай оставляет тут все свои железяки. Будь по-твоему. Считай, что ты уже богат. Оружие будет в ящике у ворот. Лореда? Собственной персоной. Он разрешает бои? Разрешает? Он их устраивает. Тут крутятся большие деньги. Последнее время мне немного не везло, но благодаря тебе король Зиги прославится в веках. Ты только не подведи. Ага. Держись! О, клоун Зиги возвращается. Возвращается с триумфом. У меня есть боец, о котором скоро услышит каждый. Убийца чудовищ? Как ты его уговорил? У короля Зиги свои методы. Вечер обещает быть интересным. Через минуту мы попадем в историю флотзамского мордобоя. По деревням будут слагать песни о Зиге Геральте. Ты главный выиграй, а я займусь остальным. Готов? Готов. Великолепно! Ты еще будешь носить меня на руках. Твоим первым противником будет Сухой. Его так зовут, потому что он выжимает соперников досуха. Глядишь, и Сухой обмочится. Дай ему в харю. Добей, выродка! Дай ему в харю. Славно ты его разукрасил. Кто дальше? Марко Раскагдам. Кладет всех одним ударом. Попробую узнать, какой у него второй удар. Удачи! Добей, выродка! Добей, выродка! Ты — открытие всей моей жизни! Хочешь сказать, мы созданы друг для друга? Именно так. Но нам еще многое предстоит пройти. Твоим следующим противником будет Сикач по прозвищу Хер. Его никто не любит? У него порты с бахромой. В
прошлом месяце. Он отпустил противнику ухо. Ну давай сюда этого хера. Дай ему в харю. Добей, выродка! Еще один, и мы знамениты и богаты. Кто? Ждан. В драке против него меньше, чем вчетвером не выходит. Сделаю его одной левой. Не стоит его недооценивать. Ведьмак, позволь на минутку. Прекрасная техника. Спасибо. Приближается последний бой, и все ставят на фаворита. На тебя. Все, кроме меня. Чего ты хочешь, Лоредо? Ждан должен выиграть. Но на самом деле выиграем мы с тобой. Треть выигрыша твоя. Это не вопрос. Это констатация факта. Я понял. Ты обычный мошенник. Меня не интересует твое мнение. Ты должен сдать бой. А иди ты, папаша. Добей, выродка! Дай ему в харю. Плати. Вот твои деньги. Стража проводит тебя до ворот. Ты об этом пожалеешь. А я говорил, что мы выиграем. У меня нюх на эти дела. Давай, что мне там причитается? Да ты что? А как же веселье? Круг почета, дармовая выпивка в каждом трактире. О девках я и не говорю. Трахни их от моего имени.